Либо бывает такой момент, видео не влезает, да, вот, ну не влезает и все, вот, как-то, ну не так. Возьмем, просто поменяем его размер, вот, как по прошлому уроку. Можно это сделать двумя способами. Во-первых, нажать вот здесь, да, ну, то есть на видео и нажать вот здесь. Здесь убираем, либо сохранить пропорции, если вам это не надо. Ну, пропорции имеется в виду высота относительно ширине. Вот. Либо можно свою задать, он сам автоматически пересчитается. Допустим, вам надо 520 на, ну, вот 390, он сам посчитал, да? И здесь, соответственно, тоже нажать кнопочку. Так, вставить. Все. Теперь, соответственно, можно еще сохранить. Снова этот товар. И обновить. Вот видите, размер изображения вот этого видео, в смысле, он уменьшился. Так, и второй вариант, вот именно вот как это через HTML делать. Можно также нажимаем HTML, и вот здесь находим наш код с YouTube, да, вот он, iframe, размер, так, высота 520 на 390, допустим, и видео, вот ссылочка на видео тут идет, да. Значит, здесь можно поменять вот эти вот, допустим, 350 на, допустим, 290, пусть будет. Так, обновить. Вот размер снова уменьшился. То есть это как бы второй вариант, как можно использовать HTML редактор. Так, если мы здесь обновим, то мы видим, что размер снова поменялся. Итак, вот, в общем, здесь редактор HTML кода. Если вы HTML знаете, я думаю, для вас это все будет просто. Можно любую страничку под себя там делать как угодно, то есть какое угодно редактирование, либо что-то тут вставлять, какие-то коды, какие-то скрипты и так далее, если, естественно, они разрешены на самом сервере.